Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Антропоморфная фигурка. Классический период 300-850-е годы. Глина, натуральные красители, высота 12. Интересна группа произведений мелкой пластики с острова Хайна. Изображение человеческой фигурки, выглядывающей из чашки цветка. Мастер подчеркнул преклонный возраст персонажа, его широкое, скуластое лицо покрыто морщинами, беззубый рот приоткрыт, на голове не осталось волос. Объяснение возможного значения образа старика в цветочной чашке исследователи культуры майя находят в индейском предании, повествующем о происхождении мира. После сотворения мира, воды, солнца и луны, бог Димург создал туберозу и призвал другие божества родиться из ее цветов. Среди первых из цветка появился бог подземного мира, имя которого переводится как «старший брат нашего господина». Связь этого персонажа с потусторонним миром объясняет присутствие его изображений в ритуальном инвентаре, как олицетворение надежды на возрождение души после смерти и погребения. Чашка цветка, окрашенная ярким голубым пигментом, а видная по пояс фигурка со скрещенными на груди руками и большой головой покрыта охрой. Ну вот такое описание к антропоморфной фигурке, классический период 300-850 год, глина, натуральные красители, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.